Добрый день, мои дорогие любители вязания. Сегодня я предлагаю вам рассмотреть узор. И в первых видеокадрах вы видели пальто, но это может быть не пальто, это может быть и как бы удлиненный жилет мы можем с вами связать. Основа у нас вот этот узор. И если я сейчас на экране вы видите выкройку, то мы видим, что вяжутся прямоугольники по боковым частям. И в переднем полотнище у нас идут просто, мы можем как пускать, ну не сетку, а я бы сказала просто столбики без накида, да, как бы основа, чтобы держала вот эту такую рыхлую вязку. И рукав нам предлагают связать сеткой. Ну а если жилет, то без рукавов. Узор очень простой, как вы видите. Он может у нас быть и в виде качества каймы, если мы пустим только одну полосочку. Ну, или же как узор для какого-то изделия. Для того, чтобы связать этот образец, я набираю 36 воздушных петель. У нас с вами есть схема четкая, вы сможете разобраться. Петелька подъема, и затем заходим в каждую петельку на воздушной из цепочки воздушных, и мы вяжем столбики без накида, и затем уже начнем разбивать наши полосы. Прошли мы нашу цепочку столбиками без накида. Теперь я вяжу 3 воздушных петельки, которые будут соответствовать первому столбику, поворачиваю вязание, накид, и захожу во вторую петельку нижнего ряда, и у нас идут 2 столбика. Далее 7 воздушных, 1 2 3 4 5 6 7, накид. На нижнем ряду считаем 1 2 3 4 5 6 7, восьмую мы зашли, связали столбик с одним накидом, первый, 3 воздушных петельки накид и столбик с одним накидом, второй. Далее 1 2 3 4 5 6 7, накид. Считаем 1 2 3 4 5 6 7, восьмой столбик зашли и связали столбик с одним накидом, первый, и в рядом стоящий столбик второй. Вот в принципе мы с вами, видите, получили первый раппорт. 2 столбика подряд в каждый отдельно стоящий столбик в нижнем ряду, и 2 столбика в один столбик нижнего ряда через 3 воздушных. Далее опять 1 2 3 4 5 6 7, накид, считаем 1 2 3 4 5 6 7, восьмой, и так продолжаем. Итак, смотрим. Мы с вами опять-таки разбили, видите, 2 полосы. Завершаем через 7 воздушных, 8 и 9 по столбику с одним накидом. Теперь опять мы вяжем с вами 3 петельки, которые будут соответствовать столбику. Повернули вязание и вершину нижнего ряда столбика вяжем второй столбик. Если посмотрим, то это у нас вот эти вот направляющие, которые повторяются из ряда в ряд. Далее 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. Мы заходим с вами в столбик, вершину нижнего ряда, и вяжем первый столбик с одним накидом. Накид. Под арку у нас идут 8 столбиков с одним накидом. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой столбик. Вот он, восьмой столбик. И последний столбик мы вяжем с вами именно вершину второго столбика. Теперь 6 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, накид, и 2 столбика подряд, первый и второй.
Далее у нас идет с вами повторение и завершаем этот ряд тоже двумя столбиками. То есть здесь уже ничего не выходим, скажем, с этой схемы. Прошли мы с вами и этот ряд. Опять-таки поворачиваем. Три петельки подъема. Это у нас с вами первый столбик. Накид и второй. Теперь у нас идут 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. Накид. Мы заходим с вами в первый столбик. Вяжем столбик с одним накидом. Воздушная петля. Накид. Заходим во второй столбик. Воздушная петля в третий. И так мы провязываем с вами полностью весь этот веер через одну воздушную петлю. Вот в итоге что у нас получается. Если посчитаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 столбиков через одну воздушную. Теперь 4 воздушных петельки. 3, 4, накид. И заходим в наши 2 столбика, которые как направляющие просматриваются в этом узоре. Вот мы с вами получили раппорт. Далее опять-таки все повторяем и завершаем двумя столбиками. Завершили мы с вами и этот ряд. Теперь начинаем мы с вами одинаково. 3 петли подъема и второй столбик. Вот у нас с вами идут столбики через одну воздушную. В данном случае в этом ряду я вяжу одну воздушную, накид, и заходим в каждый столбик. Столбик с одним накидом и под арку. Столбик и под арку. У нас должно с вами получиться 19 столбиков. 19 столбиков мы с вами получили. Воздушная петелька, накид, и заходим в наши 2 направляющих столбика. Далее у нас идет повторение раппорта. Итак, я завершила этот ряд. Смотрите, у нас получается, мы завершили с вами раппорт в высоту. Теперь у нас идет начало следующего раппорта. Мы должны разбить наши птички на вершинах больших вееров, то есть еще 3 воздушных, накид и столбик. Теперь 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В 10 столбик. Он у нас центральный. Не сделала накид. Вот он, 10. Мы вяжем с вами первый столбик, 3 воздушных и второй столбик. То есть это как вот самое начало нашего первого ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, накид и 2 направляющие. Следующие ряды у нас повторяются. Узор прост. Ну и в определенных моментах он даже будет очень красиво смотреться. Посмотрите, какая будет шикарная кайма, если нам где-то нужно вставить. Вот, пожалуй, и все, что я сегодня вам хотела рассказать и показать. На этом моменте с вами прощаюсь. Понравилось — ставьте лайки, подписывайтесь, вяжите пальто, жилеты. Творческих вам успехов и до скорых встреч!